пои бульвара. Бульвар, ага, блядь. Ему все, блядь, надо, сука. Воды, бензин, охуен. Сука, человек не так, блядь, просится. Как этот бульвар, блядь. Ты, наверное, дополни немножко. Ты будешь трактор брать? А то мало ли, да, трактор надо будет. В общем, всем здрасте. 22 сентября. Первая смена готова к боевым задачам на полях хозяйства. Бульвар готов ехать. Осталось только оживить его. В общем, время половина уже. Шестого. Какой-то бульвар. Поселок спит еще, Мишань, а мы уже в пути. Ну не все. Ну конечно. Итак, друзья, так называемая большая деревня Арженеевка. Чё он там, Мишка, муму ебёт? Поехали. Давай, в бой. Смена уже в пути. Уже пришел МТЗ-2022. Вместо Ихтиандра замена молодая, белорусская. Поле 70 гектар уже начинается, а дальше как раз 200. В общем, едем по полю 70 гектаров навстречу приключениям. За то, что по полю едем, могут пиздюлей дать. Но без пиздюлей, как без пряников, как говорится. А пряники мы любим. Ай, болото. Сухое, но вот теперь кочки все. Ай, 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 ай. Я же говорю, кочка. Миша, ты отстал. Очень красивое время все-таки года. Мне нравится. Все золотое. Природа засыпает. Наверное, пора осень мое самое любимое время года. Не знаю. Люблю дожди проливные. Слякоть. Я особенно люблю в такую погоду оказаться где-то в походе. Сидеть перед костром.
тут, оказывается, бросили культиватор, его культивировать дальше. А-а-а. Тут, гляньте, стерня стоит. Ну-ка, ну-ка, дайте я посмотрю-ка. Я все-таки агроном на полставки. Так. Стерня. Культивация тяжелая. Ну и там опять стерня, вот они заломку тут выкружили, бросили, видать. Так что вот. Так что вот, вот как-то вот, вот так вот. Но зато мишки прыгать меньше придется. Все-таки мой зверек помягче проходит эти. Эти рытвины после культиваторов, эти бугры, эти. Все, поехали. Не будем развивать демагогию. Работай так работай. Такой участок, хотел повезти культивировать все равно, но повезти он здесь такой, что культиватор КПС 8 даже не заглубляется в него, он то есть помакает, утрамбовывает почву, все белое, видите, а вот дальше прям резко начинается уже нормальный суглинок. А для чего? Для того, чтобы немножко глубину прибавить. Сейчас, наверное, будем знать, как делать. Вот за этим, блядь, болотом с деревьями будем ходить сначала за ним, а потом уже вот здесь, тут. Но сейчас надо будет... Вот я глубину прибавлю. Надо будет заправиться, потому что сейчас Максим Сергеевич приедет. Кстати, Мишка отсюда не выехал, может, он уже приехал. Блять, может, попробовать вокруг болот проехать сначала? Поеду я. Развернусь. Да, у меня время только 8.
пока. Олег, тут раз жил, дошел, здравствуй. Ты что, меня узнал, да? Конечно. А ему ты скажешь, Олег Леонидович за рулем. Хуяч, блядь. Я все упанул отцовский тащил. Да. Ебанул в крыло, блядь. Да? Ну да. А... надо было лобовой, мотор хуячий, блядь. Во, блядь. Пригнать трактор, блядь. Еще с вечера. Теперь весь, всех работ там. Да? Он еще на это, на платформе стоит? Да. Трактор. А там сзади колеса лежат. Со спаркой взял хоть? Ну, хоть со спаркой. Он ушел со спаркой. А мне вчера уже с вечера. Чего? Представитель, Максим, который пригонял нахуй Мазур 6. С Липецка же, нахуй. Ну, он мне пишет уже, говорит, трактор на базе стоит. Я уже знаю, вечером мне уже с фирмы пишет, Сам Макс приедет к обеду, сказал. Кто? С фирмы малый сам. Он приедет сам? Угу. Ну, документ, бумажник, я не знаю. Да. Нихуя шланг новый, глянь. Кому-то выскочит. Подожди! Газуй, Максим! Газуй! Я ушел! А? Да? А, и это тоже, да? Во, бля! С нашей заправки? А там что? А там просто шла! Да? Пистолет, когда разбогатеешься, надо! А я не заметил, что пистолет заправки! Сейчас, блядь, потрясу. А тебе это через 40 дней упакую. Через 40 дней обычно, нахуй, блядь, это. Ты знаешь, что через 40 дней? Администрацию засеял. Я смотрит трактор. Ты Серега, я хуй, я тебе не повторю. Я вылез сразу без завода. Там стал, ебать, даже не сопли. Санек, привет, ты вот так поедем, блядь, по картошке, грязь увидеть. Ну да, как будто в Междуре они съел. Да. Я говорю, где бензовоз нас кащает, вот хочет, блядь. Блядь, я могу хоть вот такой вам бензовоз, не знаю, куда она. Говори, иди, скажи, говорю, Сергей, ты иди собирай. Не знаю, говорил, что ты так. А тут вот шторка такая вот рядом стоит, да, уже тебя там порадовали. Они, оказывается, администрацию не сели нихуя? Оказывается, нет. Ну кто? А я говорю, как они так, бля, могли бы прилететь сюда, бля? Когда сели там на пугром, и администрацию уже заделали, бля. Вон что, сука, блядь. Ну ладно, вкусненько. Ну как раз подъебали, да? Да, блядь. А, я еще сикать хочу, пойду-ка. А я еще и, блядь. И еще я и побольше шум хочу. У меня бумажки есть. Я подъебу я, у меня есть, вот. Кусты рядом, нахуй. О! Да мне этого не хватит на раз даже. Так, я экономить надо. ЗИЛ приехал уже зерном. Сердцов пока не видно, тут сейчас подъедут. Да, завтра, наверное, будет решаться, наверное, вопрос, бля, уже
Что же, трата придет, а сажать-то некого. Мишка он колеса спускает. Тряска, помяч. А я наоборот заглубил, блядь. Надо будет, наверное, уже делать одну смену. Сажать некого будет, две смены. Леонид, честно, на новом тракторе сядет. Пока людей нет. Хорошо, что мы работаем без обеда. Потому что если мы работали бы с обедом, после обеда все кишки вытрясишь. И все, что ты пообедал. Меня это, может, не так сильно касается. Вот Мишка по этим картофельным грядкам прыгает за весь день, ого-го. Ну зато разделка у посткультиватора помягче, получше, конечно. Кабине продули. А то мне масло надо подлить в коробку, бля. Так же не подольешь, заведен. Да. Я не думаю, что оно легко пригодится теперь. 19 он у меня. Вытереть. Была у меня мысль взять эту вещь с собой постирать. Что смысла в этом нету никакого. Сейчас стирать их. Дискатор ты будешь дно влазить, блядь. А
Хотя вот болтается много. Как по нему не лазит, блядь. Мапа, писец. Че, кончилось? Да, че. Осталось в канистре. Нет ничего. Алё, хватит на сегодня. Они вон, по грунтовке есть. Они все, может, по полю нахуй. Может быть. Ну мы с тобой по полю поедем, естественно. Да нахуй нам надо. Мы с тобой на асфальт выйдем. По трассе вожгем. На бульваре, как ты его называешь. Да. Бульвар. Бульвар, блядь. Что-то я неправильно тебя тут крутил, блядь, наверное. Слышишь, синие тестики гудят. Какие? А, что же они обедают? Ты что намотал-то, Мишка? Так, сложи. Дай. Ты не так? Я на руку мотаю. Ах, ты большой больно, нахуй. Он там висит, это знак подпирает. Вообще маленький делаешь, что ли? Я не большой делаю. Вот так тогда хуй. Во. Не-не-не. Вот так. А. Хозяин, барин. У меня его, чтобы не было, он там у окна висел. Удобно. Он знак подпирает. А, чтобы его потерять? А он знак не прикручен, просто я его в резинку втыкаю. Да я падаю, твой 150-й, блядь. У меня красненький ждет, да? Да, у меня там тачка стоит. Закончил. Здрасте. Здорово. Ты можешь было не приезжать, блядь. Почему? Вот она красная. Здрасте. А, позвонил. Стоит кондиционер? Блядь. Нихуя себе! И магнитол в нем стоит? Ебать! Ладно, шучу, нет магнитола. Кондиционер есть. Мы тут вот с ним сейчас стояли, разговаривали насчет кондиционера. Да вчера домой ехали, он, блядь, сказал, что сегодня в ночь приедет. Крутяк. А, надо переодеваться. Макс его сам сгонял. Загружать его, говорит, Иван, блядь, кабина, говорит, пластмассовая. Конечно. Блять, я Максу звоню, чего правда кабина пластмасс? Какой пластмасс? Да какой он пластмасс? Железо, просто вся стеклянная, говорит. Ну да. А, не так. Так железная же такая же, блядь. Ну, говорит, дорого чувствуется в нем, конечно. Я говорю, посмотри, как фолио будет чувствуется. Ну, да. Это он пустой чувствует. А я не помню, сколько в нем, 10 или 220? 220. 220? Да это он 380 с этим мотором. Он с этим дискатором будет лить-то. Не, у него есть спереди противовес. Не спереди, а вот на задних колесах внутри нет, не ставят. А то, блядь, я знаю, что воду в них заливают обычно. Для этого. А без парки, да? Спарк. Макс сказал, со спарка что утра. Спарки, да? Да. А без парки это херня, он и не трогает. Конечно, хуйня. Да, переоденемся. Че? Или ты будешь импортный, блядь? Какой ты импортный, нахуй, ебался, мразь, и подъемники. Кондёр был бы и хватит, нах. Но если слабожанец, слабожанец пионер стоит, нах. Базу пионер, нах. Вот вчера что, вашу загонку? Одну, вторую загонку. И вот эту начинали какого-то. Ну а мы вашу, блядь, свою загонку. И вот так же вам оставили. Блять, вот этот насос жужжит, блядь, на рулевую. И сейчас смотрю ручеёк, блядь, с этого какой, с верхнего флянца, нах. Короче, я его подтянул, вроде перестал, Олег. Так что смотри, есть что, нахуй, блядь. Как он себя хуёво чувствует, нахуй. Не дай бог прорвётся, блядь. Прорвётся и в рот уебать, нахуй. Ничего не делаешь. Прорвётся, здесь встану, нахуй. Ну, блядь, встанешь, нахуй, сидишь. Рулевой-то не отключается, типа. Не, отключался бы без рулю куда-то поедешь. Ладно, так хуй. Так бы отключить, можно не сжечь его. Да и хуй с ним загорит. Ему ходов столько, его уж пора давно менять насос этот. Да их сразу фактически не меняют. Ну, конечно, он мне. Он... Я вот на нем сколько работаю, ни разу не менял. Не, я вот при мне не тоже. Подливал. Может... А не, один раз подлил я в гидравлику. Ну, у меня я наоборот сливаю. Ну, у тебя-то понятно. Вот раз, вот помнишь, она у тебя побежала? Я на утро смотрю, ступеньку масляю, думаю, так, ага, пошел, пятерку нашел, слил, блядь, пятерку, нах.
дома. Ты надо сделать трубку нахуй и прям в коробку. Все, лафа заканчивается, а где народ? Ну завтра так же сменяемся. Ну ты не доделал. Ну завтра так же собираем. Ну как доделаем? Ну да, поле доделаем. А нам надо поле доделать? Да, и все. Там написано, наконец-то, он ихтиандр делался. Да, он тоже красный, так что теперь тоже ихтиандр, нахуй. Ну это она как-то по-другому. Да, ну, придумай как-нибудь его. Бульваром назови. Как Лёх сказал, Гудиль, новый есть новый, бля. Ну да, блядь, тоже пиздец. Пора. Чё вы себе добьёте? Вверх улицу не подниматься. А стискатор не хочет, чтобы такой. О, бля, да вы там носитесь, ёбаный в рот, блядь. По вашим пашке, блядь, помоют. Погнали, у нас бульвар, нахуй, уже прогревается. У нас вчера бульвар заглох, нахуй, блядь. Воды нет, нихуя, блядь, там кончат. Нашли храмульку, и он мимо пролил ее, нахуй. Подкачали, доехали. Мы все. А, убери, да. Поехали. Где поедем? Вот, поедем с Филиппинку заруемся. Ты будешь останавливаться? А, обязательно. Надо с Александром Петровичем. А я знаю, почему Олег с ним поехал. Да тут пиздец, как по волнам, бля. Да, с кондиционером заебись. Бля, она, бля, она такой пыли не будет в тракторе. Ничего, бля, ебаный. Да. Ты сам, бля, будешь ездить в кондиционер, бля. Они и на утенку ставят кондиционер. На 82-е, ебаный. Да. Ставят. Да. О чем уж говорить-то? Чего можно, пожалуйста, ставь нахуй. На что хочешь. При желании, мне кажется, на зила он поставить можно, бля. Свободно. Не знаю, как там тут, блядь, приводи, а что, компрессор будет, а так... Да им дохуя еще, надо понять. Да. Так кишки их не, блядь. Им можно не обедать, тормози. Чай пьет. Че? Я только оператор, он будет интервью брать. Да, я его. Сейчас он соскучился, бля. Здорово. Хоть с людьми поздороваемся. Ну кишки. Не трясется? Нормально. Мягенько, да? Ну а что, поскультивот? Зато у нас, ну там вот будет тоже, заебись. На беле там вот жестковат, нахуй. Ну вот еще поперек, нахуй, как они хуйнули от загона. Нахуй они не, блядь. Не, ну мне как по, нас все помягче, а вот он трясется. Ну, вообще мне надо было загонять сюда. Не знаю, она во постернее идет, да. Блядь, и нормально нахуй. Ты знал? Даже двойка одета, глядь. Ёлка. А он с кондиционером. Ёлка. Это обманка. Обманка, ну. Двойка, блядь. Без рукавка и рубашка. У меня с короткими рукавами. Я уже колес подспустил, ебать его, урод, проще, блядь. Нихуя. Хоть не надо там пошибеть, да? Ну да. Да. Там что-то... Вон будет. Бульвар наш, поехали. Я поеду завтра потом пахать, блядь. Чизиться, блядь. Куда ты поедешь, нахуй? Всего хватит. Он, ему тяжело с этим дискатором. Нормально. Ладно, даже дымка не видно, тяжело. Да. Еще можно. О, здорово. Одну передачу. Не надо, не надо. За новый нахуй обкатывать, блядь. Да, новый, новый, да. Два дискатора. Видели? Ничего. В машине стоял. Теперь же. Да, у нас уже финиш. Сожнал, бля. Во, Олег сказал, звонил, что ли. С кондиционером, блядь. О. Вот Олег будет, блядь. Кайфуем. Да. Да. Дядь Вить, ты чё, блядь, хуже, чем Сивец красный? Бог молишь, да. Что ли, там, блядь, в кузове, чтоб хватило. Я на коленочках, хуй. О, блядь.
Не знаю. Кондиционер. Ну, Олег тогда постоянно с соплями будет, блядь. Да. На комбайне. А он же болеет, нахуй. С соплями. На тракторе с соплями, блядь. Надо посмотреть, мой пошел. Пошел. Нихуя, а что там въебал такой? Я только с какой скоростью ездил, блядь. Ну да. Ну, посмотри, 150. Он хуя, сейчас Олег обгоняет. Вроде про включает и пошел. Не жалеет, блядь. Кость на Леша. Что, стоять какой будет? Уже Олег сказал, что заржавит, будет. Я буду чизель цеплять, ёптан. Чем пахать-то нахуй, дядь Вить, ёптан. Какой нахуй, чё он, блядь, а вот мой наезд наебнётся. 120 лошадей, он его не почует нихуя, ёптан. Если его 120 лошадей тащит, ёптан. Бог молится, что ли, блядь. Что на него смотреть, ну? Ага, а пахать на чем будем, нахуй, ёптан. Олегов, может, чинить будем. Пиздец, нахуй. Ему надо потом ПДТ цеплять, нахуй. А Олег чинить сейчас опять начнешь, блядь, с коробки и закончишь, блядь, движком. Колесо интересно? Да вот, блядь, наехал, может, начал. Да это уж давно, наверное, блядь. Все, пошли. Интервью взяли. Поехали. Ну, давай, докурим уж. Поехали. А, ну давай, ладно. Мы домой, что ли? Мы домой поедем. Да, блядь. Ты смотри, если Вась не на ухло повернет, а в другую сторону. Ну, отходит? Да не знаю, Мишка все рассказал, мне хуя не отходит. Этот бульвар у завод заглох и пиздец, перегрелся нахуй. Воды в канистре был вот так, и он мимо ее пролил нахуй. На раз съездит и отойдет он нахуй. Масло я на нем так и не понимаю, как смотреть. Вынимаешь нахуй два уровня нахуй, то ли она по трубке размазывается вся нахуй, блядь. Так у него прям нормально. Срал сходил туда. Блять, включил камеру нахуй. Поехали. Я кого-нибудь съем сейчас дом. Давайте. Поехали на Зилу нахуй. Прям с трубой с разложены. Эх, машина дней моих чудесных. Бля, кабриолет, глянь. Дверь как раскладывается. Хуяк. Не сглазь нахуй, нам доехать бы до дома. О, блядь! Дверь закрой, блядь! Она автоматика, ёпте! Я видишь, блядь, сердце кровью обливается! Вася сказал, говорит, трактор до весны будет ставить! А нахуй ты его вообще тогда покупал? Торопился! Ты чё, он бы ляпнул, знаю! Тогда бы 40 дней бы ждали этих, ёпте! Слобожанц! Какая хуйня! Он же специально торопился, чтобы пахать не на чем, нахуй. А теперь... Въебал, блядь, тоже, нахуй. Ага. Ляпнут тоже, блядь. Стоять он будет. Пиздец. Он торопился, брал. Он собирался брать до этих два, блядь. А поэтому пришлось брать один такой, потому что, блядь, сроки поджимают, и пахать надо. Нихуя пахать, блядь. 2000 гектар, блядь. Фу. Даже поболее. Ой, опять мошкара замучила. Блин, уже второй раз в глаз залетает. Все, трактор прибыл. Леонидыч с кондиционером. МТЗ-2022. 220 лошадиных сил. Короче, все понты. С парка. Теперь увидеть когда-нибудь его бы еще бы. Ну ладно, завтра мы же допашем. И там уже увидим его. Строй, наверное, пустим. Когда? До 7. А сеть осталась. Сейчас вот ЛТЗ приехал на поле сельсовет, где мы были, 40 гектар сеет. Дядь Федя затаривает его ЛТЗ. Ну и этот поле сейчас сеют севцы, где мы сейчас на рапсе. Там еще не в порядке, конечно, осталось. Дня на два, наверное, может побольше. Но пахать осталось. Завтра еще день. И все, дальше хатазябе у нас останется. Все, друзья, спасибо, что смотрели. Оставайтесь с нами. Увидимся. До новых встреч.